Здравствуйте, дорогие зрители. Как вы уже поняли из названия видео, что я буду смотреть пародии киберпанка на андроиде. Не могу пропустить этот момент. Перед тем, как перейти к просмотру этого видео, я прошу вас, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Вот такой вот процент людей смотрит меня без подписки. Вам это ничего не стоит, просто подпишитесь, мне это очень важно. Приятного просмотра. Avian Production. В плеймаркете я нашел самый настоящий киберпанк на телефоне, вернее на андроиде, вышедший совсем недавно. И что же про него говорят остальные люди? В этом видео вы увидите, какой киберпанк на самом деле. Даже в описании игры нам обещают летающие машины в сумасшедшем городе киберпанк. Давайте же посмотрим. Эту игрушку все хвалят и восхищаются ей, так будто им написал какой-нибудь ютубер. Так как я не из робкого десятка, смело запускаю эту игру. На выбор игра дает два режима времяпровождения. Я выбираю прогулку по Токио. Господи, что тут происходит? Небо просто космическое. Какие-то роботы танцуют под западного Моргенштерна. У меня складывается впечатление, что я нахожусь во сне кибернаркомана. Оказывается, можно воевать с ботами. Только этот взрыв сжирает весь мой FPS. Да что тут происходит? У меня сейчас вот просто киберрасстройство какой-то личности будет от таких подвисаний. Скорее всего, игру не оптимизировали. Но да ладно. Спустя пару минут сражений на меня налетела стая этих чертовых роботов. Через лагающие моменты старался отбиваться от них, но преследования не заканчивались. И мне вот непонятна одна вещь. Для чего в игру завезли много детализированных, но в одно время не оптимизированных объектов? Я, конечно, догадываюсь, что это хвастовство. О, черт, они меня добили. Это ж надо было додуматься. Киберсанузел с подсветкой. Мне кажется, скоро у каждого стримера будут такие же. Нравится мне вот эта атмосфера, нравится. В игре также присутствуют пасхалки на всем известные фильмы. Но об этом чуть позже. На самом деле эта игра мне очень понравилась. Я танцевал с какими-то роботами, отрывался как мог. Если эту игру будут финансировать дальше, то я с радостью поддержал бы этот веселый проект. Конечно, хотелось бы добавить интерактирование с тем или иным предметом. Побегав пару минут, я открыл для себя новый город. Да, он тут есть, наименование города Dark City. А, забыл один момент. Прежде чем лететь в другой город, зашел, значит, местный тусич поглядеть, как кибертянки танцуют. То есть купить себе выпить я хотел, но, к сожалению, в игре нет такой возможности. Поэтому, немного потусив, я отправился в Dark City. В игре присутствует функция RTX, но вместо улучшения трассировки включается фонарик. Неплохая шутка. Как я уже заметил, в этой вселенной все тусят от души. Что могу сказать? Класс. Ну и так как в игре больше нет ничего интересного и ничего я не нашел, могу оставить вас наедине с собой. Что касается второго режима, сами посмотрите, и это весь геймплей. Ну как, интересно, в игре имеется прямая ссылка на обложку фильма «Титаник», только слепой не заметит этот корабль. А это вроде Мармок, что? Он-то что забыл в этой игре? Да, ребят, в 2088 году так и будет. Кругом украинские нанотехнологии, а типы продолжают торговлю мясом на рынке. Киберпровинция. Есть еще одно место. Второй ночной клуб. Но там у меня лагало больше всего. Эпилептики, прекратите просмотр видео, так как я сам чуть не сошел с ума. Но на этом у меня все. Судите сами, понравилась вам игра или нет. Можете даже ее скачать. Ссылка будет в описании. С вами был Авиан. Всем пока. Ё-моё, какая же скучная игра на самом деле. Блин, вот это вот, кстати, прикольно, прикольно. Толчки киберские. Норм тема, норм. Какой-то робот прикольненький. Так, тачка полицейская. Всякие плакаты. Вообще не знаю, зачем они здесь. Какая-то херня. Так, это что, инструменты какие-то лежат. Понял. Какое-то здание прикольное. Ну, вообще прям аж тусить охота. Так, а там что находится? Какое-то зеленое здание. Опять плакаты здоровые, растянутые. Ну, тут можно по сути потусить. Вот западный Моргенштерн какой-то там или кто. Кстати, неплохая идея для видоса. Всякие персонажи стоят.
Блин, жаль, что нельзя выпить ничего. Игра тупая. Даже нельзя нажать на кнопку, чтобы выпить ничего. Вот это вот минус единственный. Там какой-то клуб ночной. Или что это? Dark City. Я потом схожу туда. Ну ничего, прикольно, прикольно. Так, так. Какие-то плакаты. Тёлочка. Чувак. О, вот эта движуха тут, конечно же. Да, весело. Тут тоже выпить ничего нельзя, чтобы пьяным так аж летать на тачке на своей. Ну, весело, весело здесь вообще, конечно, гармонично. Ну, танцуют, всякую фигню творят. Да, я и то лучше умею танцевать. Ну, в плане всякие танцы. Мужик стоит, короче, но они как-то неправильно танцуют. Вот так надо танцевать, поняли? Какие-то приватные комнаты, нерабочие. Так, ясно. За это уже минус огромный. Ничего интересного нет, куда я попал вообще, как выйти отсюда? Все, вышел. Это башня телевизионная, ё-моё. Дракошка, и полетели в Дарк Сити. Что там будет? Опять залагало. Да. О, RTX. Че, в смысле фонарик? В смысле RTX, это же трассировка или что там? Ё-моё, вот это вот тусич, конечно, у чувака в Кремле московском. Ну, я не знаю, на что еще похоже здание. Так, тут все мерцает, мерцает, сияет. Какие-то телки на остановке стоят. Понятно. Ну, мне они не интересны. Я пойду вот Hytale Game Studios. Ё-моё, Мармок сидит. Здорово, чувак, что ты здесь забыл-то? Какие-то, я не знаю, из Dead Space чуваки сидят, что-то за компом там клацают, клацают. Толчок и язык какой-то или что это? Что за наркомания, я не пойму. Да, Мармок, до чего ты докатился уже и в этой игре? Ну и Титаник, само собой, сюда надо засунуть. Да. Красиво, конечно же. Но это вообще не к месту, я считаю. Какие-то... Это на Half-Life отсылка, что ли? Мясом? Ё-моё. Кто мясом торгует? На дворе 88-й год. Попугай торгует пивом. Нормально, нормально. Ничего, я не знаю, что еще говорить, ребят. Все равно монтаж, там как бы мой голос не будет присутствовать. Да, так вот. Он еще телки танцует, ночной клуб какой-то. Тут вообще, черт возьми, что творится? Эпилепсия. Вообще прям. Да. Ну, сейчас полетаем. Че тут вообще? Нифига себе, вот эта тачка мощная. Куда? Че я так прет жестко? Почему так трясется все, я не понимаю. Так, тихо, 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 тихо. Нормальный геймплей, только вообще скучный. Что здесь вообще делать надо? Чуть не врезался. Так, так. Короче, игра неинтересна, если честно.